Перевалка комнатных растений. Сегодня мы будем пересаживать гиацинт. Значит, перевалка — это просто горшочек менять маленький на большой. Просто вытащили, поместили в горшочек побольше и засыпали землей. Самое простое дело по уходу за комнатными растениями. Когда горшочек маленький, то такие большие побеги, они уже не могут удержаться. И горшочек может опрокинуться. Тем более ему нужно дожить до высадки на улицу. За окном пока еще снег. Вот на время его помещаем в горшочек побольше. Ничего, если луковицы будут немного видны из земли, это даже лучше. Полили водичкой. И на светлое место. Вот такой он у нас красавец. Наш гиацинт. А вот и гиацинт. Прекрасно перезимовал. Знаете, как хорошо выглядит. Вот недавно сошел снег, и он у нас сразу зацвел. Прекрасно выглядит, я считаю, хорошо перезимовал. Бывало и похуже, но теперь начнет расти. Теперь начнет расти, поднимется, и в принципе будет украшать у нас садовый участок прекрасно.